Что, поехал все? Да, ну поехал. Мой микрофон там. Микрофон у меня, да. Микрофон, да, у тебя, а я вот здесь. Короче, всем привет, пацаны. А, значит, здесь за мной на гетто-подключении усилитель моноблок Diamond Audio D600, нет, D3600.1, 600 ваттный моноблок. Вот, а здесь на столе у нас сабвуфер Alphard Machete MS-12 D2. С коммутированным водяном, на него идет сейчас 600 ватт. А за нашим классным дубовым столом сидит никто иной, как Колян. Сейчас мы вам его покажем. Я супероператор. О, Колян, скажи всем привет. Всем привет. Итак, сегодня, значит, многим любимая рубрика, за которую ругают, что нету ее на канале sundownaudio.ru. Сегодня мы будем этот чудо-сабвуфер полить. Вот, поэтому, если, как говорится, по традиции, если будут комментарии, лучше бы отдали мне, то пишите их сейчас, пока он жив. Вот, поэтому, что мы имеем? Мы имеем здесь сабвуфер, усилитель, и сейчас таймер будем. Давай, включай таймер. У меня здесь есть тоногенератор, наша любимая программа Loud Sound. Мы запускаем свиптон. 25 Гц или повышение? Да как хочешь. Я предлагаю сначала немножечко размять, потому что, ну как сказать, все там будут сейчас говорить, что мы много вальнули, надо перебрали, чуть-чуть размять, аккуратнее. Ну, сам 25 Гц, я думаю, самый раз. Да. Тем более оно по умолчанию стоит. Тут. Ну что, в общем, вот по нулям. Ага. Я нажимаю кнопку старт. Мы что-то перевалили сразу. Наборщил. Да. Нет, все работает, все нормально. Все работает. Отличный саб. Питание у нас Delta 75. Вот. На нее работает зарядочка Access Power 15 ампер. Вот здесь Sundown, здесь наш микрофон. Кстати, Sundown Audio, это у нас стойка для микрофона. Да. Мы тут едем. Кстати, очень неплохой ход показывает динамик. Я, может быть, даже параллельно сейчас попробую заснять. У нас 30 секунд уже времени прошло. И динамик еще работает. Может навалить чуть-чуть, да? Опа, пошло. Да. Он немножко двигается. Ой. Да, это механический предел, в принципе, уже, наверное. Слушай, ход-то серьезный. Вот серьезно, сейчас дай-ка я видосик. Это хорошо уходит. Значит, у нас получается 2 минуты 26 секунд. Саб, что с ним? Да ничего с ним, я еще по барабану, по-моему. Еле-еле теплый колпак, чуть-чуть, вот даже, ну, как сказать, о, аромат. Да нет, это... Чуть-чуть пошел аромат, саб прогрелся. Что, 35 Гц, я думаю, нормально будет? Я думаю, что да. Да, погнали. Погнали. Ну что, дальше? Дальше. О, о, это уже... Можно нас громче навалить. Можно, да. Странно он работает, да? Опс. Опс. А что на усе у нас? Да нет, усе не в слипе. О, запах пошел. Пошел запах. Странно он работает. Ух, аромат.
чудо-аромат китайского лака. Тем не менее, в общей сложности у нас сабвуфер проработал 3,5 минуты, 3,25. На самом деле, вы сами, наверное, если вам было видно, если это можно увидеть на камеру, да, довольно-таки интересно саб переваривает мощу, то есть до определенного момента он работает ровно, а потом как-то начинает, я не знаю, горбить, что ли. По-моему, катушка просто как-то странно это себя ведет в зазоре. Но сейчас пока он стабилизировался. Сейчас стабилизировался, да. Как бы с чем это связано, сказать мы не можем. Тепленько. О, да, тепленько. Ощутимо тепленько. Ощутимо тепло. Вот. Но достойно держится. Сабвуфер с номиналом, да, сколько у него? 250, 300? А я не знаю, там вон коробка справа в комнате. Справа. Оп, вперед, по прямой, у окна. 250 ватт номинал. Номинал 250 ватт, с учетом того, что на усилителе все в шишку, все в одином. На айфоне громкость примерно... В шишку? Ну, вообще, полностью. А, в шишку? Короче, я уже не могу сделать. Я могу только бас-бусту наварить еще. Короче, где-то, ну, там, а-ля 500 ватт точно туда летит. 450. Ну, где-то в два раза превышающий заявку мощность мы имеем. Саундовская. Давай мы сейчас... О, 40. 40. Чтобы сделать 50, мне придется остановить. О, запах пошел. Опять пошел? Снова? Дыма нет. Ну, дыма пока нет, да. Но лак держится. Я почувствовал другой запах, такой более тяжелый. Ты его сейчас тоже почувствуешь. Тем не менее, 6 минут. Все. Думаю, сейчас? Пошло. Ну, не сейчас, я думаю, еще где-то через пару минут будет сейчас. А что, а потом мы его вскроем, нет? Ну, ради бога, и be my guest, вскрывай. Все равно ремонтируют. Конечно. Ну, наверное. iPhone выключился. iPhone выключил, подожди секунду. Спасибо. Тогда, сейчас, подожди, 50 Гц запустим. О, вот сейчас вот уже горячо. Что-то всасывает диффузор прям, да? Да, мою руку.
со своего диктофона. Короче, 50 Гц. Не умеем мы сжигать сабвуферы. Работал 2.5 минуты, ну так, разогревочные. Потом, после того, как мы его мучили на 40 герцах, он вот проработал 5 минут 51 секунду. У нас убежал микрофон. Вернем? Да, мы его вернем. Всем сори за этот чудо-звук из колонок. Да, потому что сейчас было громко, мы приносим свои извинения. У нас в качестве... Не знаю, подставки для микрофона, SA8 и, значит, терминала подключения. Ну, короче. Когда это случится? Не, ему пофигу. Он вообще более прохладно начал себя вести, но при этом магнитка внизу тяжелая. Ой, не тяжелая, горячая. Внизу горячая, а вот здесь вот как бы все ровно. Но при этом новые нотки аромата... Как это? Раскрывается аромат подобной катушки, как хорошее вино, как можно сказать, коньяк, который ты, как называется стакан для коньяка? Бокал? Нет. Я не знаю. Я пью из рюмок коньяк. Надо посмотреть, как он стекает. Да, чтобы раскрылся аромат. Вот так и здесь, аромат раскрывается. Ну, на самом деле, да, сейчас уже другой запах, еще более тяжелый. Новые ноты. Новые ноты, наверное, Эль Мачете в Литуаль скоро там, от sundownaudio.ru. При этом 10 минут уже мы что-то наблюдаем. Но аромат пошел такой. Который долго будет уветриваться из этого помещения. Да. Безусловно. Сложно это дело, полить динамики. Как люди это делают? Слушай, у меня за 3 трека удалось. Да? Вот я поэтому тебя пригласил, потому что ты... Вот, не, ну надо его форда поставить. Ну да. А у нас, кстати, короб есть, можно короб крутить. В коробе может быть... Я хотел предложить, но, наверное, тут что-нибудь развалится. Да, будет громко. У нас просто есть короб, а в здании это, как бы, ну как сказать... Будет не совсем реально. Ну что, все работает. 11 минут практически. Да не 11, сейчас мы посмотрим. У меня айфон уже выключился. Да, 11.5 уже почти. Может, бас-буст накрутим, а? Ну давай сейчас. Чуть-чуть. Отвертка вот красная. Там только не влезает. А сейчас, короче, мы начинаем грубить уже. Вот, что-то там появилось. О! Приносим свои извинения за этот звук. Наверное, в микрофоне не совсем он приятный. С микрофона точнее. Дым пошел, дым. Гриша, дым. Пошел дым. Все, yes. Оно готово, да? Оно готово, выключай. Да? Я думаю, что да, чтобы ничего не сгорело. Короче, мы имеем 12.5 минут работы. Отлично. В общем, отличный сабвуфер, я думаю, за эти деньги. В общем, подгорел пенопласт. Пенопласт подгорел. Сабвуфер наконец сдался. В общем, пришлось выкрутить полностью бас-буст. Мы все выключили, да? Или нет? Ну, усть, да, выключился. А то сейчас еще ус, привет. Может быть, кстати. Кстати, я не знаю, что выключился.
Он вообще так-то не должен включаться. Так, ну что мы имеем? Ну да. Сползло? Сползла. Вот так вот, друзья, вот так не стоит делать, но тем не менее, если вы захотите, отличные усилители, точнее, отличные сабвуферы Альфард, Мачете, МС-серии, ну вот, несмотря на заемный вал. А на них реконы есть, нет? Нет. Ну, я думаю, можно что-то придумать и сделать что-нибудь. А, ты хочешь сейчас публично еще это его... Ну, не знаю. Дорезать? Ну, можно было бы. Можно было бы. Или это будет отдельное видео, препарация, если... На самом деле клей... Хотя... Сейчас посмотрим. Айфон твой снимает до сих пор? Кстати, да. Я что-то забыл включить. А, ты хочешь, чтобы я там снимал? Что-то? Ну, где-нибудь что-нибудь поснимать. Ну, давай. Так, все, давай. Рам-та-там. Рам-та-там. Пусть, походу, тоже... Лег? Да. Он такая, ну, не загорается зелененькая лампочка. Вообще ничего чуть не загорается. Так, ну что, будем вырезать? Да, конечно. Где у нас? Ножик не поломай. Еще тоже придется отрезать. Ну, нет, давайте. Кусачек. Да, было бы неплохо. Нет. Хороший подводящий. С первого раза не перекусишь. Кривые руки. Так, сейчас. О, да ладно, у нас тут еще более забавный прикол. Посмотрите на вот это. Немножко поврежденная катушечка. Она постучала немножко все-таки каркасиком. Тепленько. Каркас у нас из фольги. Ну, короче, как-то так. Там видео тоже еще идет. Короче, вот что мы имеем. Короче, да, вот, в общем, все сгорело, вот, но выдержало достойно все эти испытания. Еще до сих пор тепленько. Такие дела. Катушка, да, катушка полностью черная. Давайте, у нас камера на штативе. Я к вам подойду и покажу. Все это держу. Сейчас вам так вот сделаем, чтобы вы... Что, вы показываете? Да, просто... да, да. В общем, вот у нас катушечка. Вот, собственно говоря, у нас держит. Вот. Что у нас? Из чего катушка состоит? Не катушка, точнее. О, какой мотор горячий. Я сейчас за мотор, сейчас взялся. Он такой прям. Да. Каркас для катушки, он такой на самом деле вообще из фольги. Вот. Тут чуть повыше. Соответственно, все помощнее. Ну а что вы хотели? Сколько динамик стоит? 3500? Нет, 3900.
Ну, 3900, мы 12 минут над ним издевались. Я даже сейчас скажу, и пока мы не ушли в жесткий-жесткий клип, да. Жесткий-жесткий клип, собственно, он нормально. Ну, тут вот чуть-чуть даже подоплавилось, это вот в силу того, что он грим стоял, то есть у нас отверстие, и пенопласт подоплавился даже. Поэтому, что можно сказать, 600 ватт, ну, 500. 500, 600, 400. Да. Короче, все нормально, отличный сап. В общем, крайне рекомендуем. Хороший ход, кстати, держит. Вот. Но будьте осторожны, он, видимо, все-таки это самое при превышении механического хода стукается каркасиком. Вот, поэтому, знаете, нехило стукается каркасиком, на самом деле, да. Как мы могли заметить. И на самом деле неизвестно, что произошло-то. Как бы, ну, понятно, что катушка подсползла, следствие. Не, я думаю, каркас мы могли подмять, когда мы первый раз плюнули 25 герц в полную. Но он не стучал. Ну, потом, в принципе, да, он не шоркал, ничего. Вот. Либо когда катушка начала сползать, просто это самое, провод зашел, это самое, замялся каркас, так что... Ну, в общем, как-то так, 12 минут издевательств от... 600-ваттного моноблока в 1 ом. 600 ватт от Sundown Audio. Нет, вот. Там Diamond Audio был, ну, неважно. Вот, тоже хороший моноблок. Я про магазин говорю, sundownaudio.ru. При этом положили, скорее всего, моноблок, потому как... Наверное, он за собой утянул, хотя в один ом, но что-то защита не сработала. Ну, мы его включили, мы его оставили там включенным, там КЗ все равно было. Да, хотя... Гриша кричал, а что КЗ не КЗ, вот, собственно говоря, ХЗ. Сейчас усилитель поедет со мной на ремонт, я думаю. Вот, поэтому так вот, такие вот дела. Сейчас Гриша через... Не, он не выходит. О, слушай, он нагрелся, причем нехило так. Он горячий, примерно как сам. Короче, и что, Diamond Audio клепанул и... Клепанул и выдал все, что мог в последний раз. В общем... С него ремонт, малый там, что-то тоже горит. В общем, больше Жогова с вами... Те самые парни из того самого sundownaudio.ru. Вот. Ждите новых видео, новых розыгрышей, там, чего-ничего. Ну, Гриша, кстати, розыгрыш, да, ничего, будет уже, нет, в субботу он будет, так что у вас есть еще сегодня и завтра, чтобы купить ничего, после чего мы сформируем, опять же, списки по всем купленным ничего, и кто-то у нас победит, как обычно, так что оставайтесь с нами. Призы остаются в тайне. Но они классные, они классные. Да. Они того стоят, так что покупаем Гриша. Коля, sundownaudio.ru, а мы сейчас будем перематывать катушку. Бам. Учиться. Пока.